Кадровый вопрос является достаточно острым. Это вопрос очень актуален и очень правильный. То есть в этом ключе многие машиностроительные предприятия действительно испытывают дефицит именно среднетехнического персонала. То есть у нас не хватает фрезеровщиков, токарей, сварщиков, литейщиков. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что в машиностроении как бы кадровый потенциал он не использует иностранную рабочую силу. Это как бы наши отечественные кадры, за исключением тех предприятий, где сидят иностранные инвесторы. Ну, там средний технический персонал все равно казахстанский. Правительство знает эту проблему и а решает ее поэтапно. То есть у нас сейчас создается большой образовательный полигон в Восточном Казахстане. Мы переходим на дуальную систему образования. То есть вузы и наши учебные заведения будут готовить специалистов, именно востребованных на предприятиях. То есть предприятия будут подавать заявки, чтобы вузы и средние специальные учебные заведения готовили нужных им специалистов. Кроме того, как бы правительство сейчас по программе «Болашак» готовит инженерные кадры для отрасли. То есть. Поэтому я обращаюсь к предпринимателям машиностроительной отрасли, чтобы они более активнее пользовались теми инструментами поддержки, которые есть у государства для решения этого кадрового вопроса.